Тезихао, меня зовут Денис, и сегодня у нас третья онлайн-тренировка, которая будет посвящена отжиманиям. Мы выполним 6 упражнений, и в итоге у нас получится порядка 180 отжиманий. Так что присоединяемся и вперед заниматься дома! Первое упражнение – это отжимания узким хватом. Делаем 3 подхода по 10 раз. Второе упражнение – это отжимания средним хватом. Третье отжимание – это отжимание широким хватом. Четвертое упражнение – это отжимания на брусьях. То есть брусья у нас будут сегодня стулья. Будем использовать стулья вместо брусьев. Сделаем также 3 подхода по 10 раз. Пятое упражнение – это также отжимания на стульях, но с широкой постановкой рук. Делаем также 3 подхода по 10 раз. Шестое упражнение – это когда ноги находятся на стуле. Выполняем тоже 3 подхода по 10 раз. Shine!
Отлично. Комплекс достаточно интересный. Сделали 180 отжиманий. Я думаю, вы тоже с этим справитесь с удовольствием и легко. Если он вам покажется легким, то количество подходов можно увеличивать до 4-5, даже до 8, пожалуйста. Так что подстраивайте его под себя, по свою нагрузку. И вперед тренироваться. Тренируемся дома.